Весь прошлый век нас предприниматели часто преследовали за свою деятельность. Это были репрессии 30-х годов. Можно было то, чтобы кулаком, крепким крестьянином, просто оказаться в лагере. Как, например, в этом лагере оказался мой прадед и потом был расстрелян в 37-м году. В 80-е годы можно было оказаться фарцовщиком. Потом в 90-е годы отношение было тоже очень плохое предпринимателям. Мы стали ассоциироваться с малиновыми пиджаками. В последние годы оно стало меняться. Мы стали локомотивом экономики. Государство начинает о нас заботиться, но отношение общество, оно по-прежнему осталось таким, мягко говоря, спорным. Хотя мы ничего не делаем плохого, мы всего лишь доим коров и варим сыр и продаем его. И голосование по Конституции о том, что действительно отношение народа к нам, предпринимателям, оно полностью изменилось и стало совершенно другим. Поэтому я считаю, что очень важно прийти и проголосовать 1 июня, сделать свой выбор, проголосовать за новую Конституцию. Для меня, предприниматель, для моей семьи это будет очень важно.